Молодость лица определяется объемом, но с возрастом наступает так называемый гравитационный птоз, и ткани сползают вниз. Восстановить их сегодня можно разными способами, в частности филлерами с гиалуроновыми кислотами разной концентрации. Еще одна методика – это применение препаратов гидроксиапатита кальция. Это препараты-волюмайзеры, которые восполняют потерянные объемы, убирают деформационные какие-то изменения, посттравматические изменения, рубцы, складки максимальные, бугры, да, в различные части тела, также в частности лица. Данной пациентке мы будем корректировать форму носа. Лор-патологии сейчас в данный момент у нее нету, она вылечила, но лор-врачи, отоларингологи, они убрали свои, все изменения, которые были, но остался небольшой эстетический дефект. Эстетический дефект, мы его исправим. Травмировала нос, никаких физических изменений таких сильных не произошло, мне их устранили, отоларингологи. Но остались такие косметические некие дефекты, которые Татьяна Николаевна предложила мне исправить. Наша коррекция будет заключаться в чем? Мы сделаем четкий гребень носа, костной именно части. Увеличу, подниму слегка небольшое количество ввиду препарата здесь. И поднимем кончик носа чуть-чуть поверх, он у нас будет смотреть. За счет того, что у нас эстетически будет гребень ровный, у нас будет деформация изменена вот именно рельеф носа, который у нас, в принципе, придает вот эту асимметрию. Противопоказания к данному препарату есть общие противопоказания. Это онкозаболевание, лактация, беременность. Индивидуальная непереносимость, но это бывает крайне редко, что пациенты в основном все оказывают такой данной процедуре. Результат коррекции можно увидеть сразу после процедуры, но окончательные изменения произойдут через 7-10 дней, когда спадет отек. Корректировали область самую проблемную носа. Да, мы выровняли его, более сделали поднятым, более европейским. Да, он у нас смотрит теперь вверх красивенько. Плюс добавили в щечно-скуловую область объема за счет того, чтобы у нас приподнялась носогубная борозда и не было обвисания вниз овала лица. И плюс корректировали контур нижней челюсти. Сразу после процедуры, я даже не ожидала, болезненных ощущений не было практически совсем никаких. Сразу же я приступила к активной своей обычной повседневной жизни, включая спортивные тренировки и так далее. Татьяна Николаевна дала мне зеркало сразу же после проведения процедуры, я увидела результаты моментально. Применение гидроксиапатита кальция заменяет некоторые хирургические методики. Но все это вопросы индивидуального характера. Их необходимо решать на консультации.